Друзья, всем привет! Я Димас, вы на канале Cooks Brother Hooks. Уже не в первый раз мы дегустируем разные виды лапши быстрого приготовления, простонародье ВПшки. Два варианта вот такой вот прекрасной лапши. Супер-пупер острая. Это корейская лапша. Вот это вообще считается самая острая лапша, как бы, быстрого приготовления в мире. Острее ее как бы нету. Так что... Ну, сложно мне сегодня придется. И, наверное, особенно там завтра с утра или когда-то еще будет вообще сложно. Так что, если вы услышите, выйдя на улицу, истошные крики о помощи, это я. Надеюсь, это видео всем понравится. Обязательно подписывайтесь. Фирма корейская, называется Samyang. Вот такая вот прикольная упаковка. Здесь коты какие-то безумные. Что-то кидает. Упаковка прикольная, большая. Вот там было у нас тоже видео, наверное, одно из самых первых. Там мне очень понравилась корейская лапша. Сама по виду и по вкусу она очень отличается от вот этих всех БПшек. Такая упаковка более пугающая. Видите, 2 X-Spice. Супер перцы какие-то тут. Angry Birds какой-то, чувак. Один с бомбочкой. Видим, что это Hot Chicken. Фирма такая же, Samyang. Кореи. Мы сделаем эту лапшу не как обычные ВПшки заварим. Заваривают именно отдельно. Отваривают лапшу, либо ее варят, либо кипятком заливают. Тут как бы и написано тоже так. И потом уже добавляют соответствующие специи или отсюда, главное не перепутать. Даже сделали вот у нас посудины, похожие по цвет, чтобы я оператору не подсунул супер острую, о чем я мечтаю. Приступим к распаковке наших ВПшек, наших корейских. Как ни странно, южных корейских друзей. Вот, как и говорил, лапша, вот я вижу, очень симпатичная лапша. Она, возможно, не такая, как я вот пробовал, но интересная, она отличается от остальных вот БПшек, какие, и достаточно крупная. Ломать мы ее не будем, хотя она уже немножко поломана. Я вертел-крутил. Присутствует тут масло. Сам вот этот супер острый соус, вот его достаточно много, и он уже как бы, ну, меня пугает. И как бы обычно тут, наверное, всякая зеленушка, всякие тут сопутствующие к лапше добавки, корни лотоса там, еще что они там сыпят. Также вот распаковываем супер острую. Может быть, это надо все делать в перчатках, но я думаю, не такая она острая, чтобы делать в перчатках. Это, я просто не буду ничего там тереть, то, что не надо. Достаю, как видим, такая же лапша, хотя не, по цвету немножко отличается. Здесь вот мы видим без масла, просто какие-то штуки тут на нори. И вот этот супер острый какой-то перец, но не перепутаем они цвета у них разные. Мы не дальтоники пока. Добавляем кипяток, чтобы полностью у нас покрылось. Как бы мы все равно использовать не будем, нам главное, чтобы заварилось. И подождем. Обычно ждем сколько, минуты 3, как стандартно. Стандартные БПшки. Как раз смотрел видео с Олей, когда они пробовали чипсы. Это чипсы, но это... Это у него вот такая сопля. Вот такие сопли у Солида. А, ну что, вот у нас прошло 5 минут. Вот лапша такая заварилась. Классная стала, как мы все любим. Сейчас мы лишнюю воду сольем. Чуть оставим. Там в аннотации написано, немножко оставлять надо. И поровну поделим сейчас. И добавляем, естественно, все сопутствующие ингредиенты в нашу лапшу. Вот видите, зеленое. Масло добавляем. Зелень. Зелень, как видите, немного, упаковка большая. Но зелени вообще кот нассал. И соус добавляем. Ух ты, какой красивый. Опасный вообще. Кошка захотела, но мы ей не дадим, она острая слишком. Потом будет ползать на попе. И сюда то же самое добавляем. Супер острые наши. Тоже зелени тут побольше. Тут кунжут мы видим какой-то. Это семена кунжута. Нори, как я предполагал. И острые вот эти приправы. Но здесь она вид другой. И более жидкая. Там черненькая такая, здесь более красная. Но не менее опасная. А то и более. Все добавили. Вот на вид очень похоже. Вот и пробовали мы эту маму или какую-то там корейская с чернилами каракати, что ли, она была. На вид очень похоже, или с грибами с какими-то. На вид и на запах похоже. Она была достаточно острая. Ну, острота приходила не сразу.
Вот соус, смотрите, очень много. Ну, обязательно оставляйте водичку, чтобы, видите, была там соус, чтобы хорошо обволокло нашу лапшу. И супер острую нашу тоже мешаем. Цвет, смотрите, совсем другой получается. Так, и все, накрываем нашими произвольными крышечками. И ждем еще 1,5 минуты. И будем пробовать. Ну что, друзья, я готов. Мы настроились с оператором, обговорили условия контракта. Если что, будет летальный исход. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Действительно, как бы это не супер острые блюда, которые там все пробуют, но все равно неприятно. Начнем по традиции с меню острого, но вот с более пугающего блюда. Зеленая упаковочка. Огонь. Супер острый. Даже это острое, не знаю как-то. Но на запах вообще никак, а вот на вкус огонь вообще. Она сразу дает вот очень быстро. Я попробую еще. Но лапша безумно вкусная. Соус, конечно, острый. Обалденно вообще, вкусно. Очень вкусный соус, но острый, да. Это просто в десятках. Корейцы могут делать. Острота. Она есть. Кто не любит острое, тот да. Не советую вам есть. У меня в ушах уже как бы это... Уши давят. Как бы это... Терпимо. Я пока терплю. Кто любит острые, заказывайте такие вещи. Тяжело говорить. Не знаю сейчас, что будет с этой. Но прикольно, да. Прикольная штука. Будем пробовать... вот эту острую. Она не то что острая, она горькая. И прям это вот, ну, жжет больно достаточно. Ну, как бы нормально, но сразу кровь в голове и это... И чувствуется, ну, дышится нормально, в принципе, это... Может быть, если пробовать отдельно, ну, не эту сначала, а эту, может быть, она будет острее. Но хотя всегда все пробуют постепенно. Ну, достаточно острая, да. Ну, так повкуснее на вкус. Губы жжет вообще. Ну, она пробует еще. Может быть, меня спасает то, что она подостыла. Может быть, она, когда была горячая, еще она бы быстрее раскрылась. Терпимо, терпимо острый, как бы. Как бы, если это сравнивать с табаско, ложку табаско съесть сразу. Вы же капаете табаско по капельке и едите, а тут сразу все горит. Безумно. Безумно острая лапша. Ну вот спокойно говоришь, острая, но спокойно. Это там вот не миллионы, там тысячи сковелей, там безумно. Когда люди не могут говорить. Ну как бы здесь вообще перец все перебивает, вкуса нет никакого. Чикен никакой не чувствуется, вообще никак. Говорю сразу, он может быть есть тут. Но он не чувствуется вообще. Здесь вкус очень хороший. Мне понравилась вот эта лапша больше. Тут какие-то водоросли, наверное, присутствуют. И соуса больше, она более такая насыщенная, концентрированная. Попробую сейчас вот это, третий раз. Вот это очень вкусное. Намного вкусней. И она не такая острая. Есть такую еду, безумие. Отчасти. Ну, как бы, если вы любите острое, если у вас с желудком проблемы или что-то, не рискуйте, особенно потом руками не трогайте ничто. Горит безумно. Все лицо горит. Внутри вот рот, вот первое вот это касание, язык. Дальше здесь ничего не горит. Вот здесь уши горят там внутри, как обычно. Губы сложно говорить, потому что задыхаешься. Особенно у кого-то аллергии, если там никогда не ешь такие вещи. Я пойду сейчас, может, молока выпью, не знаю.
В принципе, нормально себя чувствую. Не знаю, оператор будет пробовать, не будет. Так что всем здоровья, берегите себя. Не забывайте кушать острое. Ну, не в больших количествах, главное, все в меру. Вообще в жизни все в меру надо употреблять и быть здоровым. Так что с вами был Димас, корейская лапша, корейский Димас, корейский оператор Антон. Всем добра, здоровья. Увидимся на нашем канале. Всем пока, рад был всех видеть.